Лицо нашего областного центра – это не только его красивые центральные улицы. Ведь для каждого из жителей по-настоящему важно, насколько благоустроенными и пригодными для жизни являются также спальные микрорайоны, дворовые территории и места общего пользования. Одним из проблемных зон в черте города традиционно являются гаражи. На территории Ленинского района расположено 40 гаражных кооперативов. Именно поэтому при администрации Ленинского района была создана специальная комиссия, которая занимается обследованием состояния территорий гаражных кооперативов, выносит предписания по устранению недочетов и строго следит за их неукоснительным выполнением. Составлены графики обследования. Задача обследовать хотя бы минимум 2 раза в год один гаражный кооператив, если нету никаких жалоб, нет никаких претензий, либо более для проверки, если поставлены задачи каких-то выполнения проблемных зон. Не покошена сорная растительность, не вырублен дикорастущий кустарник. Строительные отходы находятся на территории гаражных кооперативов, даются сроки, комиссия обследует, в комиссию входит у нас инстанция, инспекция охраны окружающей среды, при необходимости МЧС сотрудники, ОВД, это как правило, если, допустим, есть какие-то проблемы противопожарной безопасности, либо наблюдаются факты кражи гаражных кооперативов, да, привлекаются сотрудники МЧС и ОВД. На этот раз в графике комиссии значился выезд по местонахождению гаражного кооператива «Березка». За истекший период текущего года здесь уже неоднократно проводились контрольные мероприятия за содержанием территории, ее санитарным состоянием и соблюдением требований законодательства в этой сфере. С одной стороны, частично выявленные ранее нарушения устранены. С другой, члены комиссии обнаружили достаточно типичные для таких мест проблемные моменты. Среди прочего, нескошенная своевременно растительность, размещение и сжигание на прилегающей территории строительных отходов. В некоторых гаражах мы это видим, что происходит то, что не идет не разделение вторично-материальных ресурсов с последующей переработкой, а просто сжигание с целью удешевления, наверное, какого-то производства. Ко всем собственникам гаражей будут приняты меры, будем писать предписания и потом проверять, контролировать их соблюдение. На сегодняшний день во исполнение выданных нами рекомендаций об устранении нарушений, частично нарушения устранены, приведены в соответствие контейнерные площадки, оборудованы твердым основанием. Еще вопросы остаются, это по приведению в технически исправное состояние контейнеров для мусора. Ну и в дальнейшем будем дальше работать. В текущем году комиссия была обследована порядка 90% гаражных кооперативов. К концу декабря планируется выйти на 100%. На данный момент выдано 65 требований на устранение недочетов и нарушений. Составлено 8 протоколов на имя председателей гаражных кооперативов. Стоит отметить, что так как данная мониторинговая работа ведется на системной основе и достаточно длительный период времени, в последние годы существует тенденция к уменьшению фактов нарушений. Однако это вовсе не повод к самоуспокоению, ведь до идеала все еще далеко.